Я чувствую жар Горна. Ясно, почему Турсы держат пленников именно тут. Чтобы выжечь тень надежды. Лучше уходи. Бедные дверги. Если такова их участь, и Рагнарёк покажется избавлением. Следует, как я, ковать свою судьбу. Хватит ныть! За работу! Спасибо. Нет ли воды? Нет. Который из вас Фритьёв? Фритьёв? Нет. Я... Тогда не важно. Я ищу Фритьёва. Его забрали вниз. Ты? Это ты, Фритьёв? Не знаю такого. Глядишь, и выбрались бы отсюда. И что теперь делать? Сбежим, нас опять поймают, или того хуже? Thank you.
Фритьоф! Я его не знаю. Не убивай меня. Фритьоф! Отвали! А то стража решит, что это я тебя позвал. Фритьоф, ты там? Это ты? Фритьовер. Фритьовер! Фингубли мабе! Гадми мас! Майданго тихи! Эй! Нет, ты никак не Фритьов. Но ты его знаешь. Значит, ты Тюра? Тюра! Я! Тюра! Гадми мас! Она миндах едаба! Тюра! Фритьовер! Да ты хотя бы знаешь, где он? Фритьовер! Я! Фритьовер! Дере! Стой! Стой! Ты меня понимаешь? Ты держись позади и не шуми. Я! Фритьовер! Шш! Помалкивай! Было бы странно, что уловка сработала. Не будь они так глупы. Теперь за Фритьофом. Куда? Я. Фритьовер. Эй! Куда мы идем? Тюра! Тюра. Хм. Славное имя. Как Тюр из Асгарда. Эти Сона. Неважно. Поторопимся. Где там Фритьоф? Тере, Тере! Фритьовер! Клянусь, заведешь не туда, пожалеешь. Признаться, удивительно, что этот великий дракар вообще можно разглядеть. Впрочем, не думаю, что мы сможем просто взять и приплыть к Фритьофу, верно? Нет. Да начнется сага о Хави и Тюре. Твоя задача не говорить ничего важного. Вот умница. Мы найдем реликвию. И его найдем. Веди.
держись позади. И не шуми. Я. Это Овер. Шш, помалкивай. Шш, я. Джия, Палпати Куэда. Путайся под ногами. Владыки Асгарда не к лицу прятаться. Не дай себе убить. Мы и так задержались. Веди к Фритьёфу. Эдёва, я! Тере! Тере! Эй! Эй! Ты рисперутин бин! Тере Нур! Твой родной язык. Ты откуда-то издалека, верно? О, Хинклевар! Митро Вейфур! Да уж. Не лучшее время ты выбрала, чтобы приехать в Свартальфахейм. Куда ты ведешь меня, Тюра? Блерой Блихарвайн! Bod yn talu unrhyw sylw, Frithiofer! Rydyn ni'n mynd i achub Frithiofer! Я же... Хорошо. Сыны Ивальди побывали здесь. Но больше их тут нет. Факанюнгит. Уэди к Ивальди. Да уж, тебе от них толку не было. И Фритьёфу. Да и самому Ивальди. Пошли. Мне очень жаль, что мы отдали Свартальфахейм Сурту. Будь я бдительный, Бальдр ни за что бы не угодил в его когти. Бальдр? Мой сын. Он столь же добр, сколь простодушен. Надо спешить. Куда теперь? Shit. Path of Mother. Чура! Winterio! Сайм Вирен Губот! Вот и доверяй теперь двергам. Здесь должна быть подсказка. Дорога ведет на запад. Следы колес свежие. Здесь часто ходят. Эта дорога уходит на север, прочь от Ульдора. Наверняка ведет в другой город. Должно быть, мы что-то упустили. А это что? Эту надпись повредили нарочно. Еще и знаки мне не знакомы. Тюра, ты можешь это разобрать? Я! Фритьёфер! Фритьёфер! Тере!
Ты необычный дверг, Тюра. Дверг попроще сейчас изо всех сил спасал бы собственную шкуру. А ты другое дело. Отправилась в путь, чтобы помочь Фритьёфу. Жаль, я не понимаю тебя так же хорошо, как ты меня. Когда доберемся до цели, постарайся поберечься. Ладно? Волки. Ну почему непременно волки? Глупое зверье. Быстрее, Тюра, надо спешить. Я сделаю то, что должно. Но иду я за реликвией. Фритьёф лишь ступенька на пути к цели. Здесь полно стражников. Тюра, мы уже на месте? Что это за место? Здесь они ищут реликвии? Фритьёфер, я? Думаешь, Фритьёф тут? Что ж, узнаем. Жди здесь. Фритьёф. А ты-то кто? Это же ключ от камеры Фритьёфа. Я от Гунборг. У меня и у твоих родичей одна цель. Реликвия. Мне одной хватило. Чтоб ее. Из-за нее я ослеп. Где она теперь? Вытащи меня отсюда, и я скажу, где она. Идти можешь? Я слепой, а не безногий, но один неверный шаг, и я искупаюсь в лаве. Тогда я тебя понесу. Фритьёф, сиди тихо. А ты... Смотри, куда идешь. А еще реликвии здесь есть? Не знаю.
чтоб был жив. Тебе легко сказать. Фритьев, путь расчищен. Придется поверить тебе на слово. Фритьевер! Фритьевер, ты куда дихи? Тюра, слава звездам, ты цела. И я цел, все хорошо, ну, относительно. Так тебя тоже освободили? Хватит болтать, где реликвия? Не терпишь приземленных бесед? Так вы дверги других и не ведете. Ха-ха-ха, недурно. Что ж, спущу тебя с небес. Реликвию забрали дети Муспеля. Думаю, унесли во дворец. Что это за вещь? Да чтоб я знал. Как только я вытащил ее из земли, полыхнул такой яркий свет. Это последнее, что я видел. Да я не об этом. Зачем она нужна? Кроме как ослеплять бедных двергов, не знаю. И эти дылды тоже. Вот и потащили во дворец их проклятому ученому. Дворец — это твердыня огненных великанов? Смекаешь? Давным-давно там работал Ивальди. Теперь там Эйнар, скотина. Твоя реликвия у него. Эйнар. Бити сонам, Эйнар. Он предатель. Дверг, но служит великанам Муспеля. Не верь ни единому его слову. И если выпадет шанс... Убей его. Мне решать, кому жить, а кому умереть. Где этот дворец? Если мы еще на раскопе, его должно быть видно. Взгляни на юг. Такой скромный домик на громадной горе. Ничего себе домик. Ну что ж, я заберу реликвию. А ты что будешь делать? Тебе-то что до этого? Как там тебе? Если солжешь владыке Асгарда... Тебе не поздоровится. Ты? Так ты... Ух ты ж! Слушай, мне скрывать нечего. Мы пойдем в убежище, встретимся с Гунбар. Что ж, если не врешь, наши пути больше не пересекутся. Нападут, как только увидят.
тоже с троллем. Эй, постой! Умри! Неужто это сын Сурта? Подвел меня в последний раз. Ты не понимаешь, а? Реликвия пуста. Бесполезна. Способ пробудить я ее. Искал его везде. Но в записях Ивальди путаница. И уверяю я... Назначение... У нее одно назначение. Привлекать всяких врат! Да! Дамы, господа. Скажи, куда сын Сурта унес реликвию? Я не могу. Просто так. Кто ты? Хави из Асгарда. И твоя судьба в моих руках. Отвечай, или я оставлю тебя на растерзание Турсом. Нет, я могу помочь. Ты знаешь, куда открыл врата Глот? В хранилище. Я проведу тебя туда, клянусь. Я слушаю. Говори быстро. Хранилище запечатано древней магией, но я знаю, как туда попасть. Ты поможешь достать реликвию? Да, но это не главное. То, что происходит в самом хранилище, куда важнее. Они скоро будут здесь. Можешь идти? Кажется, не могу. Ничего. Вперед! Лучше бы я остался с Глотом. Побудь здесь. Кто? Куда ты идешь? Пора идти. О, славно! Ты сказал, что поможешь мне. Говори как, предатель. Не называй меня так!
То, что я трудился на благо турцев, не значит, что я предатель! Лишь глупец чится оспорить очевидное. Предатель, я чувствую ложь до того, как ты ее изречешь. Ну тебя, Кхель! Вперед! А, лучше бы я остался с Глодом! Побеседуем где-нибудь, где спокойнее. Здесь должно быть безопасно. Ты серьезно? Настолько близко к горе? Здесь турсы точно! Послушай же, нам нужно бежать! Говори по делу, предатель. Не зови меня так! На все есть причины! Но твоим умишкам их не понять! Тебя слепят злоба, безумие, тупость и... Выбирай-ка слова, Дверг, или умолкнешь навеки. Мой сын... У них, у турсов. Я служил им, чтобы спасти его, понимаешь? Освободи его, и я сделаю все... Даже отведу тебя к тайнику Глода. Нет! Сын. Мой сын. О, мой сын. Что они с тобой сделали? Руки прочь. Тебя хотела пощадить она, а не я. Гнусный ты подлец. Замолчи. Бальдр не посмел бы говорить со мной так. Ты лишился глаз. Хочешь, чтобы отрезали язык? Мне нет дела до Двергов, но пришлось спасти аж троих. Вы можете драться? Конечно, нет. Значит, послужите мне иначе. Ты мне должен. Мы еще поговорим, но сперва нам нужно помочь асам попасть в тайник древних. Что ты... Ты вообще понимаешь, о чем говоришь? Тебе нужен будет... Солнечный камень, усиленный должным образом. Сын, если так мы сможем избавиться от турсов... Значит, выбора нет. Хорошо. Один солнечный камень стережет Онарторп. Принеси его на Хвергельмирмюльну, и я выкую то, что нам нужно. То есть трудиться опять мне? Ладно.
Все! Сюнин, укажи путь. Похоже, это здесь. Скучновато, но... Тут было тихо. Простая жизнь. Покой, которого меня лишили, козни Локи. И, увы, мое собственное безрассудство. Этот городишко стережет лишь одно. Вон та статуя. Осмотрись вокруг. Ничего. Но здесь был камень, который осторожно вытащили. Ни царапин, ни следов огня. Значит, его забрали не турсы. Помню, в детстве мы с братьями порой крали что-нибудь у фей. Славные были времена. Иногда феи успевали заметить нас и пытались поскорее спрятать свои сокровища. Феи, дверги, все они мыслят схоже. Нужно обыскать в этом городишке каждый уголок. И как следует... Вот ты где. Посмотрим, для чего Эйнар тебя приспособит. Смотри, Сюнин. Хави! Я уж думал, что кто-то посмел преградить тебе путь. Те, кто на это решается, долго не живут. Пожалуй, здесь достаточно врагов, так что с тобой мне будет куда спокойней. Идем.
Моя мастерская рядом. Вот твой камень, Эйнар. Значит, ты трудился здесь до вторжения турсов? Здесь и в других. Взяли Ульдер, пленили Фритьофа и мою племянницу... Чуру? Да. Тогда я вернулся в город. Сперва помогал сынам Ивальди, но без... Удивительная тут стража. Пошел услужение. Чтобы спасти сына. Ты куда лучше, чем мне казалось, мастер Эйнар. Видишь, в последний раз я был здесь довольно давно. Позволишь спросить, что Хави из Асгарда нужно в Свартальфахейме? Моя цель немногим отличается от твоей. Я спасаю сына. И для этого мне нужна реликвия. Пусть еще не ясно, в чем ее сила. Ясно. Значит, ты здесь не ради двергов. Можете считать, что ради вас я перебью всех турсов, что станут мне мешать. Какой щедрый дар. Не стану спорить. Хель его забери! Что? Что такое? Хави, прости меня! За что? Ты подвел меня, Эйнар? Чтобы изменить форму солнечного камня, его нужно сильно раскалить. А мои инструменты слишком старые. Прости. Дай его мне. Я могу перенести жар любой силы. Конечно. Когда камень раскалится как нужно, он ярко засияет. Принеси его мне, и я закончу то, что ты начнешь. Сильно сказано, Дверг. Я все сделаю. Теперь нужно выдержать жар, что под силу разве что детям Муспеля. Если же меня пытаться обмануть, Эйнар погибнет очень быстро. Солнечный камень начал меняться. Нужно продолжать. Почти все. Еще чуть-чуть. Готово. Камень лучится светом и пышет жаром. Пора отнести его Эйнару.
Ну как ты? Лучше даже не спрашивать. У тебя есть все, что нужно? Да, кажется, все. Поглядим. А, какой жар! Он подойдет? Эйнар! Прости, прости, пойми. Раньше я только читал о нем в древних рукописях, а вот своими глазами не видел. Так ты сможешь открыть мне путь в тайник? Думаю, да. Но Глот ведь не глупец. Он наверняка подготовился. О Глоде я позабочусь. Как скажешь. Если Фритьев с Тюрой не задержатся, они будут на месте к тому моменту, как ты прибудешь в старый город Ульдора, пещеры в его сердце. А ты? Мне нужно передохнуть и прийти в себя. Но я подойду туда, как смогу. Не подведи меня. А я подводи. Я сделаю, что обещал. Открою тайник.
Лети, Сюнин. Не может. Я жив? Я снова жив! О, благодарю за помощь! Как же мне повезло вернуться к жизни! Больше я не потрачу впустую ни единого мига. Дорогой, я... И ни шагу не ступлю на ту шаткую крышу! К чему ее чинить? Крепить черепицу не так уж и важно! Пора начать новую жизнь! О, нет! Не плачь. Но я с ним так и не попрощалась! Что ж, я попробую снова. Я жив? Да, ты ожил. А теперь замолчи и послушай ее. Ладно. А ты кто такая? Бо, ты не узнаешь меня? Это я, твоя Лив. Признаю, ты мила собой, но я вижу тебя впервые в жизни. Ты верно головой ударился. Забыл, как пылало пламя нашей страсти? Сколько лет мы жили здесь? Послушай, Бо, а где ты спрятал свое... наше сокровище? Сокровище? О чем ты? О, нет! Да прекрати уже!